И у вас есть еще ровно 24 часа для того, чтобы вскочить в последний вагон нашего новогоднего конкурса. Что для этого нужно сделать? Ну вот лайфхак, к примеру, перебрать коробки с новогодними игрушками. Посмотрите, чего здесь только нет. Вообще производство елочных игрушек в Советском Союзе было налажено с 1935 года. Посмотрите, вот такие слоники сохранились, белочка, проволочный парус или даже вот такой цирк. Представляете, картон образца 1959 года. Быстренько все это фотографируйте, фотографируйтесь вместе с игрушками, рядом с елками. А затем присылайте нам и ставьте хэштеги «Вместе в Новый год» и «Репортер 73». Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, «Репортер 73».